Всем привет, почему друзья, мы играем в холоп на прокачку. Уже тут телепу с дубинками, офигеть. Он сказал, что он слабый. Вы посмотрите, телепу какой коварный. Я не помню, что качали. То есть, как бы никого не трогаешь, а там телепу с дубинками. Какие тут пассивные скиллы самые топовые? А это атака. Ой, я просто... Шкитарик в поле тут бегает. Ну ты где? А, лоу, я то есть не на тебя напал. Черт. Что-то я отдаюсь вообще. Что-то не поперло поначалу, ну ладно. Башня, стреляй. Стреляй, башня, а что такое? А ты сверху от меня, что ли, или что? Я вообще далеко справа. Ай, блин, здесь край карты. Офигеть, конечно, я в центре заспавнился. Я тоже порадовался. Просто я максимально центрованный. Что-то я прошел с края карты почти как к другому краю карты. Барон вообще? Ты слишком силен, всех убиваешь. Ненормально, по-моему. А где тут этот? Нету телепу что-то. А вот тут драки какие-то. Калимик еще пришел. Да бью, просто бей. Что-то я пришел на базу к телепу, тут какие-то левые чуваки, телепу нет. Ну, распал, типа, приходите ко мне видеться. А вот тут и шикитарик, и баррикады ломают, ого. Так, я к тебе пришел, да? Тебя ломать, наверное, не стоит. А, тут мобы, нормально. Ладно, можно, мне кажется, денег получить. Он же вроде откатывается со временем или нет? Он ограничен. Три штуки. Мне казалось, что он в какой-то версии... Хотя это версия 1.0, наверное... Нету версии новее особо. Так, не забываем делать грейды. Оп, оп, оп. Следование завершено. Не забываем качать героя, я бы сказал. Ого, бандиты уже какие-то. Это кто такой сильный? Да, господин. Так, давайте. Исследование завершено. У меня просто демографическая программа в России. Качаю рождаемость. Завершено. А, телепу в центре. Телепу, я к тебе хочу. Да телепу вообще повезло, у него на базе просто встреча всех торговых путей, всех возможных. Так, давай, 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 пацаны. Ты дыщ, ты дыщ, ты дыщ. Ты дыщ. О, нормально, у меня на базе двое стоят, я еще у телепу фармлюсь. Вот это жизнь вообще. Вот Лоцкер. Дима, ты чё, а ты чё пришёл? Я здесь кормлюсь, иди отсюда. Добрый Серёга. Топай, топай. Исследование завершено. Блин, ну мне не повезло, реально, я выбрал находиться в центре, блин. Дима, нет такой, ну это было бы слишком, да, дико. Ну а так, типа, рандомным лаком тоже. Да, так кто-то выбирает, будет ли у него выигрышный условие или нет, а так никто не выбирает. Исследование завершено. Так, а тут кто у нас? Тут шикитарик. Все-таки мы с тобой соседи, получается. Да, к сожалению. К сожалению, это весело. Весело. Ну, блин, тут... Исследование завершено. Чего? Так, у меня же слева еще кто-то есть. Ну-ка, а вдруг там нубас какой-то? А я его обхожу своим вниманием. Там калимик. Я до него доходил. Ну-ка, что, у калимика тут в шляпах все? Текс, надо чуть-чуть это качать. Исследование завершено. Нужно отрезать. Исследование завершено. Ого, тут телепу сильный. Хотя, завершено. Не знаю, правильно ли это качнул, неправильно, ну посмотрим. Да, господин. Хорошо. Так, бежим, 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 бежим. Нас
атакуют. Исследование завершено. А здесь стабильно 5 за убийство, да, получаешь? Угу. Да, вот опыта, чем сильнее ты юнита убил, тем круче. 5 опыта, 5 дерева тоже. Ну да, 5. А, 5, да. Ну, казалось, что... Не знаю, может, я что-то не то смотрел. Прощайте. Ну, я пошел. Хорошо. Че, телепу, не ходи сюда вообще. Ничего с телепу там. Экспансии. Хорошо. Го, у него какие-то сильные. А чё телепу такой сильный? Ну и все к нему ходят, еще бы был слабый. К нему, да, ходят все просто. Исследование завершено. Вот Калимик слабый, буду к Калимику ходить. Ого, Шкитарик тоже сильный какой-то, чё такое? Как так-то? Башню мне сломал, офигеть. Но она, конечно, не очень нужная все равно. Ну, 25 голды. Лишним не бывает. 5 голды? 25. А, 25, ого. Сейчас еще Калимик. А, это Никита 7, это не Калимик. Тебя главное не сломать, блин, а то видео закончится. Да, это еще. Так что ты должен этот, типа как, не знаю, как горец какой-нибудь, типа последним меня прийти и завалить. Последним нас придет телепу развалит быстрее. Ну да, телепу вообще какой-то, конечно, фармила. Адский. Давай. При этом мне вот парни снизу типа надо каким-то образом не сломать. Так, ну Никита 7 очень такой пассивненький, так что глядишь, что и получится. Так, а здесь что? О, здесь очень халявные пацаны. Ну, здесь телепу к нему прет, офигеть. О, вот это битва. Так, ну сюда надо обязательно ходить. О, еще и Шкутарик. Охренеть! Вот. Что такое? Телепу очень сильный. Очень сильный. Завершено. У него вторые крылья уже. Опа. А, блин, здесь этот бешеный чувак, я пошел всех отдавать. Ну ладно. Пофиг, я немножечко... Это стратегический подфит Никиты Сема. Так, ну все, защитник-то должен уже закончиться был. То есть он какой-то слабый был, я с него мало фармил, сейчас я чуть-чуть это... Ой, да, Никита 7 вообще. Никита 7 мой король. Да, господин, чего? Вам меня не жаль? А дерево ты за что получаешь? А, тоже за убийство, да? За убийство, да. Ого, телепу уже вообще космический какой-то. Угу. Его надо как-то останавливать. Ну, как мы его остановим? Под фидом? Да. Исследование завершено. Нас атакуют. Да. Исследование завершено. Да, господин. Да. Хорошо. Ну, я пошел. Так, 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 пацаны, спокойно, спокойно, не надо тут. По-моему, он сказки рассказывает. Конечно, рассказки. Я бы сказал по-другому как-нибудь, но ладно. Так, алё, деритесь-то. Ого, здесь Серёга ещё. Эй, Серёга, ты куда этот? Это мой. Это мой друг. А, теперь я знаю, где ты. А подожди, ты... Он под тобой, да? Вот, точнее, он над тобой, да? Всё тебе рассказал прям. Ну, пойду разведу. Исследование завершено. Ой, этот. И Рассел Кроу вернулся. О, Вадим. Что такое? Вадим. Пришел меня убивать? Зачем убивать-то? В смысле, это экономически необоснованно. Так, а, просто. Пришел меня фармить? Просто подфармить. Нужно золото. А вот это пришли меня фармить, видимо, да? Ой, телепу, что ли, бешеный? Офигеть. Так, все. Нет, не телепу. А, и там еще кто-то сильный есть? Да он не сильный, но типа... Так. Там я что-то денег до хрена. Дерева вообще нету, а золота очень много. Ну это всегда так, дерево обычно больше дается. Ой, фу, золото в смысле.
Че, у тебя все такие защищенные, короче? Ну да нет, на самом деле вообще в атаку в основном ложился, наоборот. Рандом пришел мстить за таверку. Ого, у вас тут денег. Сюда идите, пацаны. Что такое-то? Ой-ой, нет, это нам не надо. Ладно, убедил. Да лол. Так-так, пацаны, возвращаемся. Вылезай. Исследование завершено. Так, идем сюда. О, вот это тут битва. А, ну, не то чтобы битва прям. Так, пацаны, все, спокойно. Ничего не ломаем, мы не вандалы, мы просто убийцы. Так, ну этот, ты там не пыхти, ты не такой старый-то. Да я только просто вниз ушел, вот ты ко мне приходишь. Так что, в смысле, деньги? А, GT рандом! Блин, ну у тебя, конечно. А, не, хотя у тебя такая же, как у меня. Не, у тебя даже. У тебя трое рядом. Не, у меня, кстати, даже лучше, по идее, чем у тебя позиция, но я, правда, один из моих это телепу, которого фиг убьешь. О, офигеть, конечно. Хотя, ну так, не знаю. Нет, все равно отстойно. Да почему у меня вечно защитники? Почему у меня вечно в этот закидывается? Я похоже сдох. Куда? Тебя уже убили? Да, все, меня запинали. Ого, ты даешь. Как так-то? Ну какой-то бешеный чувак вообще. Рассел Кроу. Ничего себе. Я думал, ты сильный. Я тоже так думал. Эй, что за палево тут? На самом деле у меня позиция плохая, я в углу был, и мне можно было ходить только к этому сильному чуваку еще потом. Ну Шкитарик тоже он в углу вроде. Ничего. Такая же фигня, кстати. Ну у меня тоже все плохо, поэтому типа такое себе. Блин, я чувака что ли снес? Да ёшкин кот, ну я нубасин, а? Все-таки снес его. Исследование завершено. Да лол, не, но если я этого снесу вообще, видео не будет. Нет, вы приходите вместе, просто ломаете меня. Блин, да я был бы супер доволен, если бы ко мне вместе кто-то приходил. Я... Блин, понимаешь, у меня с двух сторон, я очень в жестком отставании. Ну смотри, он сейчас телепу заберет. Нет, сейчас меня заберут, офигеть. Хорошо. А, ну, кстати, меня тоже чувак и забрал. Ну, какой-то бешеный вообще. Да не, на самом деле, я с ним нормально как бы жил все это время. А, подожди, нет, нет, все правильно. Исследование завершено. 58-56. Ну, такой, да. Хотя, блин, у меня уровень, кстати, больше, чем у него. Это как-то странно. Видимо, он что-то знает, что нужно качать. Да, кажется, нужно качать, а этот удар Турен тут нужно качать. Ну, я качал его, но максимум уже давно. Ну да, атаку, броню. Не, ну тут есть определенный порядок, конечно. Но это я порядок не знаю. Он его знал, потому что, ну, у меня уровень больше убийств. Я закончил еще больше убийств. Смертей меньше, но при этом. А, нет, ну смертей у него меньше. Ну, видишь, тут этот, он берег своих юнитов, поэтому. Да, ваш вроде нас атакуют. Не, ну Вадим, короче, под тобой двое справа. Они сейчас тут будут друг друга, видимо, убивать. Ну, справа, под тобой. А, я тебя завалил, что ли? Не ты. А, еще и не я, ее просто. Там под Женей. Да офигеть, ну Шакитарик, под тобой чувак есть, ты ему даже бочки не сломал. Как ты собирался что-то сделать? В смысле я сломал ему бочки, он новые построил. А, можно. Ого, вот это уровень. Ты не знал, что можно новые построить? Не. Не дешевые, по-моему, 50 голды стоят.
А, что-то, блин, что-то я ложная тревога какая-то. Да, ты отбивался, изи. Что-то я испугался. Там Калимик справа внизу, очень слабый. Можно на нем фидиться неплохо. Да ты для телепунь фуда, да? Ну для кого-нибудь. Ну, телепу, кстати, база. Калимик, короче, отстроил собачонками. И просто стоит в проходах, отбивается. Спасибо, Серега, я пришел. А, тут GT рандом какой-то еще, но я его тоже положил тут. Ну так это вот, который ниже меня был. Ай, блин, офигеть, я припер, бежал к нему через всю карту, чтобы отдаться об этого. О, вот это, тут еще, короче, оранжевый, ой, не оранжевый. Так, упали контору. А, молчу, молчу. А, вон тут Дима, да. Ну я тут всех завалил. Так, еще розовый есть. Ой, телепу, телепу забрали. Телепу как ты умудрился, ты ж сильный. Ну, его там зажали с двух сторон, сейчас там Вадим пришел и резня. Ну я сера... ну я бы, наверное, и соло его убил, я же посильнее вроде. Ну у вас осталось по итогу сколько? Калимик остался. Сейчас гляну, не знаю. Да, Калимик еще живой. Исследование завершено. Ну к нему сейчас пришел оранжевый, поэтому может все быть не очень здорово. Просто окружили со всех сторон. Сейчас Калимика просто будут делить. Вадим, торопись. Раздача Калимика. Ты там одного крипа привел, что ли? Да ёпрсте, сколько тут бочек-то, а? Все строят, они там 50 голды же стоят. Я бы тебе тоже посоветовал бочками обстроиться. Ну а толк от этих бочек не разваливаться с удара, если? Ну, это какое-то время занимает для реакции. У тебя, кстати, Вадим, там стоит один по центру примерно пехотинец. Ты хоть его подведи, пусть он смотрит, что там происходит. Не уводи, просто подведи к краю. Да не, я просто смотрю, что там это. Тут просто такой экшен. Это все Калимика там дербанит? Я не знаю, телепу. Нет, я правильно убил, неправильно? Может быть, неправильно. Ну я просто подумал, что телепу сильный, и если я могу его завалить, то лучше это сделать, но вот не знаю. Ну что-то я, вот GT рандом, и я сильнее, по крайней мере. Ну фармись, там, фармись. Внизу два сильных. В смысле, кто сильный? Там слева сильный чувак, розовый. Да. А, ну он в центре. Не, он слева, самый левый. Самый левый, да. В центре слева, да. Да. Что-то он мне больно делает. Ну, ты типа тоже не слабый, конечно. Да блин, я в первый раз играю в эту карту. Да тут, блин. Если ты хоть одно видео видел, знаешь, что качать тут особо-то... Ну, либо второй этот уровень задротства, это наоборот, знать все, как бы там каждые эти грейды. Но я думаю, что тут таких людей особо нет. Ну, раз что телепу. Который говорит, что он первый раз играет в карту. Угу. Да. Охотно верим телепу. Охотно верим. Да ёпрсте, я все хочу этого раба отдать, никак не отдам. Все тут сами отдались, наоборот. Калимик сидит просто в осаде, ожидает смерти. Исследование завершено. Исследование завершено. Так. А я GT рандом оформлю. Правда, блин, если я его добью, то... Чего? Пацаны, стоим! Калимика. Калимик ниже. Стоять, пацаны, не добиваем. Блин, сейчас добью, будет пипец. Все, пацаны, забейте, уходим к Калимику. Пустите. Ух, Калимик тут еще! В каменном веке, короче. Да, господин. Ты как-то неправильно, Калимику идешь через GT рандома, ты
Кагибаева, что ли? Ну я поставлю прям точку сбора к этому. А, вы, кстати, в курсе, да, что здесь может точку сбора стоять? Угу. Ты лучше расскажи, как сделать, чтобы в это здание главное не залезал постоянно. Ну так это же наоборот хорошо. Он типа отстреливается. Он с руки больше наносит, чем из этого издания. Блин, да лол, баррикады чертовы. Он за счет них и живет. Так, а чё? А мне это особо грейдить-то, я не знаю, что. Там баррикады сломай лучше. Калимика. А, блин, они ещё не сломаны, что ли? Да лол. Так, а рождаемость, она увеличивает частоту. Или нет? Количество рождаемых холопов за раз. Ну, тут GT рандом пробивает с калимику. Так, так, так. Пацаны, вы главное так, без ущерба. Мне еще их фармить. Ну, у тебя гораздо сильнее. У него, блин, 170 атаки и 70 защиты. Вообще непонятно как. А что, я ломаю чуваков, которые... Вот этот, розового я ломаю, нет? Ты не сможешь его сломать. Он сильнее, да? Гораздо сильнее. Вадим, я предлагаю объединиться, напасть на розового. Честно, да? Сыграть? Да. А чем больно розовый сильнее-то? У него атаки больше, защиты больше. Не знаю, мне кажется, убийство-то все происходит, этот? Ну, убийство все происходит благодаря АОЕшкам, по-моему, вообще я, честно говоря, не вижу. То есть у меня последний грейд на крылья, последний грейд на эти, на АОЕшки. Куча грейдов на ХП. Так, с той стороны заходишь. Ну, ХП у тебя больше, да, чем у него. Вы сделаете отвлекающий маневр, одна армия снизу заходит, отвлекает, и вторая сверху. Ну, это как-то не очень честно, в скайпе координироваться вдвоем на одного. Честные игроки, да? Ну или можете сделать так, вы, короче, объединяетесь, нападаете на него, в этот момент Вадим, твоя армия убивает резню. Пока никого не убивает. Вот это более честно этим. Ой, GT Random просто мой любимый игрок будет теперь. Офигеть, просто 5-5-5-5-5. Так-так-так, его база это самое ценное. Мне моя база менее дорога. Да ёпрости. Блин. Место, конечно, у меня было вообще неудачное. Ну да. Уголок отстань. А как интересно, middle? Блин, написано middle. Значит... Ну это троллинг, может быть. Наоборот, типа жадные те, кто хотят middle, они... Ну по сути здесь абсолютного центра-то их не 4 слота, так что надо было на это как бы понять. Надо было увидеть, куда становится телепу и встать где-нибудь рядом. Ну да, телепу-то уже миллион раз играл в эту карту. Мне кажется, там просто все перемешиваются. Я встал в юг первый, меня в север первый закинуло. Резня хочет моего калимика убить. Ой, не резня, а этот как его. Ну, я, честно говоря, не знаю. Мне бы кого-нибудь убить, потому что я этот... ну, то есть я сильно прям вот опаснее, чем сейчас. Не стану. Сломай калимика, сломай... Ой, а кто убил калимика? А, калимика сломай. Да GT рандом, ну бас. Сейчас я его сам, блин, завалю его. Сломай его. Да, отлично, то есть последних денег. Не, ну да, тебе придется вниз ходить. Что-то какой-то розовый опасный вообще. Это кто ко мне приперся? Кто-то ко мне идет. А, это GT рандом. Не, ну GT рандом, ну басик. Я его изи побеждаю. А как меня так изи разваливает тот чувак? У него грейдов на ХП что ли больше или что? У него атака выше, защита выше. У него атака выше, да. А типа вы думаете, атака и защита все еще решает? Ну да. Ну, да, наверное. У него тебя плюс 187 и 89 армора. Тебя же, когда АОЕшка ударяет по земле, она же срезается за счет брони. Думаешь? Это же физатака, да. Ну тогда атаку особо качать смысла нет, а вот это вот... Ну мне, не знаю, я у вороты даже качнул. Ну, яд, наверное, не нужно. Не знаю, он всю игру был сильнее. Вот, он меня тоже по грейдам себя пережил, не знаю как. Не, ну я сейчас понял, сейчас типа проблема в арморе. Так-то просто, ну, я же сильно загрейжен. То есть у меня, кстати, уже... убито не больше, чем у тебя.
Но грейдов у тебя больше, у него больше. Это такой бред. У меня больше убито? Ну, у тебя сейчас больше убито, чем у него. То есть, ага. Но грейдов у тебя фактически меньше сделано. Не знаю почему, как это так получилось. Ну там есть какая-то разница, ты убиваешь врагов у себя на базе или где-то еще, по-моему. Так что... Черт познаю. Не, ну конечно, этот GT Random вообще из моего любимого игрока стал моим нелюбимым, потому что ни себе, ни людям. Убил чувака и сам не фармит, и мне не дается. Лол. Не, ну я, если быть честным, я играю второй раз в эту карту. Вообще. Нет, я разум полбазы разнес. Вы видели? Он даже защитника сделал. Короче, броня, оказывается, решает. Мы называем их защитниками. Че такое? Резня, а ты не слышал, да, что он защитник вызвал? Я думал, уже прошел. А вот сейчас прошел, пора бежать. Скорее. Катеринус, ребята, Катеринус, давай, ты. Вадим, а теперь Вадим резко на резню нападает. Резко на резню, да? А где он? Как и договаривались. Где он? Я второй внизу. Второй слева снизу. Да ты что, надо было врать, сказать, что ты в другом месте стоишь? Не, ну Серега, ты вообще, мало того, что ты этот, искуситель такой, ты еще и других это... Вот это драка. Вот я и хотел, короче, прийти вот такое месиво, только желательно с краю стоять, чтобы убивать всех. Чего-то я опять никого не гашу. И GT Random пришел такой. Типа, давненько я не фидел никого. Не, ну я не знаю, как вы должны сейчас это выигрывать, но... Ого! Высадка. Вот эта высадка пошла. Куда? Причем вы каждый к каждому пошли, просто по кругу. Так я GT Random фармлю. Давно я не делал крылья. Не, просто резня пошел к розовому. Розовый пошел к тебе, ты пошел к резне. Да лол, да что такое? Я не мог вызвать этого своего защитника, короче. Почему-то. Что произошло? Может, кончился. Да не, у меня был один защитник, просто почему-то он неактивный был постоянно. Я что-то нажал похилять дом. Потом отменил это, потом у меня сел рабочий. Когда рабочий в дом садится, что ли, нельзя вызвать? Можно. Это не влияет. Блин, жалко тогда. Здесь, конечно, супер-мега-меч. Жалко, я мог выиграть, конечно, вот если сейчас защитника сделал, потому что, ну, по сути... Ну, я сильнее резни, да, наверное, был? Угу. А, ты уже слил. Но слабее розового. Не, ну, наверное, розовый выиграл, фигли. Наверное, розовый выиграл, что тут ждать-то, потому что, ну, что, не GT Random же выиграет. Как вы думаете? Сейчас он придет сильный, убьет всех, покарает. Не, единственный вариант, что типа GT Random будет фидить этого. Я не понял, а почему все собрались на моей базе? Ну потому что ты посередине между ними, чё им? Я на это не подписывался. Блин, да так это... Так ты наоборот должен быть рад и счастлив. Да, чё я не туда куда-то нажал, что? А чё у тебя плюс 41 армор? Это ты грейд какой-то сделал? Или это просто от времени типа такая тема? Не, ну все, тут уже разнос. Героя уровень. Так, сейчас. В герое у меня 42-я броня. Угу. А, это броня в том числе и на дома действует? Доспехи бога. Угу. Да, обидно. Я не понял, что произошло, короче, туда-сюда. Там же буквально 4 секунды. То есть, когда ты на это смотришь, конечно, типа, да, что он там делает. А когда ты туда-сюда, активный, что-то, активен защитник, неактивен. Мог бы выиграть, в принципе, вполне, но что-то вот. Ну, то есть, по сути, я броню уже одну докачал до максимума, вторую уже почти до максимума. То есть, так бы мы... Я, конечно, единственное, телепу зря заюзал. Вот моя ошибка первая была защитника заюзать. А так я даже особо карма не добивал. Единственное, этого, Никиту Сема добил, но потому что просто я двух фармил, и это. А так, вроде, я даже нормально играл. Ладно, всем пока.